Жители марокканского города Гулемим начали очищать улицы от последствий сильного наводнения. Стихия нанесла серьезный урон объектам инфраструктуры и сельскому хозяйству. По последним данным, погибли как минимум 13 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести. Тысячи людей спасены и тысячи семей остались без крова. В настоящий момент службы помощи пытаются восстановить автомобильные дороги и связь с наиболее пострадавшими районами. Доставку продуктов питания, теплых одеял и палаток осуществляет авиация. Ущерб от бедствия власти оценили в сотни миллионов евро.